Чем увлекаются взрослые? Разговаривают о взрослых делах. На дачу ездят, огород копают. Взрослые ходят на концерты и на фильмы. Могут покупать красивую одежду, платья, туфельки. Ну, если можно, мой брат увлекается всегда шашкой. Некоторые взрослые выращивают цветы, играют с песком, катаются на каруселях. Могут рисовать картины с детьми. А моя мама смотрит телек или спит. Папа может помогать бабе. Взрослые любят петь. Еще взрослые с детьми играют в свободное время. А мой папа каждый день, когда высыпается, он делает зарядку. Как лошадка выжимается вот так вот, и я на него сажусь.